Я выдвигаю свою кандидатуру на должность председателя комитета по бюджету, финансам и банкам. Благодарю вас. Вот за эти слова депутат Хурала Игорь Бобков и лишился членства во фракции «Единая Россия» в Народном Хурале. Напомним, единороссы на прошедшей сессии единогласно решили выдвинуть на пост председателя комитета по бюджету, налогам и финансам кандидатуру Александра Бордунаева. Неожиданное предложение Бобкова посчитали демаршем. Это нарушение партийной дисциплины, и это явилось причиной для того, чтобы вечером по дисциплинарным вопросом созвать заседание фракции и единогласным голосованием исключили Игоря Александровича из фракции «Единая Россия» в Народном Хурале. Как признался депутат Бобков, особо он не расстроился и ничего не потерял. Во фракции всегда лез на рожон и часто шел вразрез с мнением однопартийцев. Мне во фракции находиться морально и политически тяжело, потому что и на разных скоростях мы обсуждаем вопросы и мнения, которые я озвучиваю, они зачастую не являются достоянием и желанием фракции тому, что это будет лучше. Игорь Бобков явно не собирается уходить из политики. Он вкратце выразил свое отношение к другим партиям. Про «Справедливую Россию» сказал, что это вторая «Единая Россия». ЛДПР по понятным причинам обсуждать отказался. КПРФ ему понятно, но в ней, по словам Бобкова, слишком большая конкуренция для того, чтобы рассчитывать на успешную карьеру. Партию пенсионеров он оценил в целом положительно. Добавим, что Бобков останется депутатом Народного Хурала. Его исключение из фракции не предполагает лишения депутатского мандата. Мария Латышева, Сергей Медведев. Новости дня.